С наступлением холодов омичи жалуются на загазованность дворов. Жильцы первых этажей не могут открыть форточки. Во дворах постоянно подогреваются десятки машин, выхлопные газы попадают в квартиры. В морозы автозапуск срабатывает по 5-6 раз за ночь. Ученые предупреждают, выбросы холодного двигателя опасны вдвойне. Дмитрий Ковалев продолжит. В доме Валентины Новосельцевой проветривать не принято. Под окнами стоят десятки машин, и выхлопные газы за считанные минуты заполняют квартиру. Женщина не раз просила соседей парковать машины подальше от дома, но слушать пенсионерку никто не хочет. Говорили, ну, обещали, все-все не будем, все-все уедем. Что, ну, когда они, конечно, в адекватном состоянии, а особенно вот молодежь вечерами, закройте дверь или закройте окно, спи, тебе уже спать пора, вот и все. Вот все такие разговоры. Милицию уж постоянно не будешь вызывать. Вроде надеешься на совесть людей. Правила дорожного движения запрещают стоянку в жилых зонах с работающим двигателем. Штраф 1500 рублей. Но автовладельцы говорят, у них нет выбора. Плохо, конечно, что мы вот здесь вот так вот встаем, людям мешаем, заводим их тут на первом этаже, они дышат там. Ну, а что это? У нас нет организованных ни стоянок, ничего. Гараж далеко, мне очень неудобно. Личное время, оно дорогое. Гараж далеко, стоянка забита. Жильцам дома номер 5 по улице Лаптева, казалось бы, повезло. В 10 минутах ходьбы 4 автомобильные стоянки. Но платить за парковочное место желающих немного. Ну, лето побольше. А сейчас вот, сами видите, она полупустая стоянка. Хотя у нас самая дешевая в городе стоянка. Ну, люди не хотят ставить возле домов. К слову, все нормы дворовой парковки давно рассчитаны. Ближе 10 метров от окон оставлять машины запрещено. При прогреве двигателя больше всех страдают жители на первом, втором и третьем этажах. Вредные вещества не успевают улетучиваться. А в выхлопных газах больше 200 различных соединений. И, как утверждают эксперты, выбросы при работе холодного мотора на холостом ходу опаснее. Количество выбросов по ЦО, для примера, при прогреве холодного двигателя получается около 7 грамм в минуту. А если взять уже двигатель прогретый, который также работает на холостом ходу, то около 3 грамм в минуту выбрасывается. Чтобы не травить себя и своих же соседей, машину лучше ставить в гараж или на специальную стоянку. Там выхлопные газы никому не помешают. Но никто не может заставить водителя купить себе парковочное место. Дмитрий Ковалев, Елизавета Василевич, Евгений Слепов и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.